кто не ездит, не изучает, не смотрит, у него никогда не получится. Потому что надо понимать, а что востребовано на рынке. Мы когда-то проводили, я когда-то проводил несколько лет назад по использованию ржаного хлеба. Мы же все об этом говорим. У нас хорошая рожь, хорошая мука, хороший может быть хлеб. Ну, Журавлев, будучи тогда генеральным директором булочно-кондитерского комбината, он говорит: Алексей Алексеевич, я готов выпускать ржаной хлеб, но человек любит сладенькое. Поэтому я менеджер в первую очередь и выпускаю то, что человек потребляет. Поэтому надо, вот эти выставки, они позволяют как раз понять рынок, что на рынке больше всего потребляется и потребляется в каком виде. Мы все с вами потребители и понимаем, с каким настроением мы заходим в магазин и что мы там покупаем. В первую очередь нам всегда хочется купить качественный продукт. Ну и второе, это чтобы он был хорошо представлен. Поэтому эта выставка позволяет увидеть мировые тенденции, которые есть в приготовлении и в упаковке продуктов питания, основного для необходимого для человека. Это как бы увидеть, контакт заиметь, а потом уже продолжается работать.